Добрый вечер. Yeah.
Thank you.
самой точки. Только зачем про нее говорить, если ты можешь просто любить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
день за днем идет, ведет домой, оставляя растворяя тени жизни, что случилось не со мной. Yeah.
маленькая техническая заминка. Или не техническая. Я вижу, человек мучается просто. Давайте дадим ему минутку сейчас. Александр Николаевич Нуждин. Мы сейчас играли песни с пластинки, которая вышла в прошлом году. Теперь немножко поиграем новые песни. Одна из них — это сингл «Опять зима», который вышел 31 декабря 2015 года. Его мысли. Вспоминать.
называют перепонка, что мы оставим в памяти потомков. Бездушной гонки, проводя свой век. Я теперь все понял. Вот находишь точку, где это слышно на сцене, и все, и не двигайся никуда, потому что один шаг в сторону и такой. У вас-то все хорошо там сейчас? Тут у Паши все нормально сейчас. А то народ, там люди вообще, наверное, не слышат, да, что я говорю сейчас? Давай. Кто слышит мой голос, поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя! Следующая песня громкая, называется «Расскажи о себе» тоже, но два. Постоянно.
к истокам. Русская народная песня «Самара городок». Thank you.
собрания, разбитыми сердцами, влажными затерянными историями, бедами, разочарованиями. Я так устал от праздников, работы, ожидания событий, перемен, застоя и коррупции, заботливо реклама, футбола, подаяния политиков, ментов. Thank you.
Красивый.
ничего, а главное, будит мое колено и будит мотор. Мы возвращаемся назад, было славно. Спасибо, друзья, спасибо.